Когда девушка занималась уборкой в вольере, к ней игриво приблизился панда. Зверь явно хотел пообщаться и развлечься, но девушке нужно было сначала закончить свою работу. Отнеся панду к его другу, она все же позволила себе немного поиграть с малышом. Однако, подумав, что панда успокоился, девушка принялась продолжать уборку. Панда воспринял это как новую игру и снова подошел к ней. После нескольких неудачных попыток заигрывания, зверь решил на этот раз помочь своей подруге в уборке.